Всем привет! С вами снова я, Настя. Сегодняшнее видео будет, опять же, для фанатов кей-попа, а точнее для тех, кто всегда мечтал получить что-нибудь корейское, ну, либо какие-нибудь там, допустим, фан-стафф из Кореи. Что ж, моя мечта сбылась, пока я еще не была в Корее. Песик. Так как я еще не была в Корее, мне привезли подарок, скажем так, сувениры из Кореи, хотя я просила там всего лишь чуть-чуть, но мне привезли так достаточно много, причем неожиданно для меня. Я решила поделиться с вами. Возможно, как раз что-то похожее я буду разыгрывать уже потом в своем конкурсе. Что же, начнем. Так как я меломан и мне нравятся очень многие кей-поп группы, мне было очень тяжело выбрать, допустим, одну определенную группу и попросить, к примеру, с ней какой-нибудь фан-стафф. Вначале я думала взять, к примеру, XZK. Нет, песик, извините. XZK, но так как их слишком много, я подумала, будет слишком трудный выбор, наверное. И, соответственно, я вспомнила неожиданно группу Beast, B2S, кому как, Beast. Короче, я попросила выбрать что-нибудь с ними. Я думала, мне привезли какие-нибудь блокнотики, либо наклеечки. Она, конечно, угадала мне. Привезли вот такие наклейки. Ой, мамочка. Их здесь порядком 4 штучек. Как вы понимаете, у них здесь обратный стикер. Мне очень понравились, потому что, ну, это мило. Я люблю украшать сетки, тем более рисую я не очень хорошо. Соответственно, как бы для меня наклейки — это самый лучший вариант, как бы, да, скажем так, украсить свою тетрадь. Помимо этих наклеек, мне передали магнитики. Ну, это, как всегда, стандартные подарки, магниты на холодильник, я тоже так же привожу их из Таиланда. Мне они очень понравились, потому что они очень милые. Это два магнитика, здесь принц, наверное, эпохи Чосон, мне кажется. И здесь просто девушка в традиционном ханбоке. Очень милые, мне очень нравится, особенно мальчик. Конечно, губы немного красные, напоминает девочку, но, в принципе, очень мило, мне понравилось. Следующее, что мне представляет за шуршание, просто мне это передали реально в пакете, потому что это целая хапка монет. Боже мой, я просто не ожидала, что мне привезут оттуда еще и деньги. Неожиданный поворот, поэтому я была очень рада тому, что у меня теперь есть корейская валюта. По крайней мере, я уже буду как бы на ощупь знать, какие они. Допустим, мне, кстати, напомнило очень тайские монеты, внешне похожи. Вот, там даже, по-моему, одна юбилейная попалась. Ну, либо просто старого варианта. И также монетки в 100 вон. При этом как раз это 2002 года выпуска, а вот эта 100 вон, она 82 года выпуска. Здесь 10, по-моему, копеечек и 50. Сторона медалек, тут просто немножко отсвечивает, там колосья какие-то, потом храм, и здесь уже император. Следующее, что мне передали, это был, скажем так, диск, это целая коробка. Это было сделано вот так. Просто я не выдержала и открыла. Это... я сначала подумала, что это диск, наверное, с песнями. Я начала думать, что тут такое. Сейчас я вам покажу, что это. А потом уже перейду именно к коробочке. Я сразу вспомнила, нам дарили что-то похожее, когда работала в пифхаусе. Это огромное, просто, не знаю, шарф полотенца, как-то это еще назвать. Как видите, здесь B2S. Также Body Art. Body Art, это как я потом поняла. Я, конечно, догадывалась, что связано что-то со спортом. Они, группа Beast, участвовала в проекте, скажем так, совместно снимались в видео, это как видеоурок йоги, я бы сказала так, что-то схожее с йогой. Сейчас мне не закидывайте, потому что я в этом не сильна, но что-то очень похожее. Там нужно, опять же, сила воды, сила воздуха, всякие эти упражнения. Я даже их попробовала. Некоторые легкие, некоторые чуть посложнее. Так как на компьютере я не смогу, к сожалению, вставить этот диск и посмотреть его, я постараюсь снять его с PlayStation и, соответственно, запустить уже вам кусочек, если получится. Вот. О, собака ворчит, она тоже хочет посмотреть видео. Да? Вот, так что, как вы видите, эта штука огромная, пачкать я ее не хочу, потому что она беленькая, но это просто... Как я не могу, я просто спрыгала от радости. Как видите, фото старое, мне кажется, это было как раз вот после дебюта где-то.
ну, может быть, год-два вот так вот спустя. Поэтому диск как бы сам по себе не новый. Вот, соответственно, как бы, я думаю, что, надеюсь, это вышло не очень дорого. Вот, спасибо этой девушке, которая мне привезла все это, потому что я просто... Ну, что такое, что такое? Собака тоже хочет подарок. Я прям радовалась и вообще думала, я умру от счастья. Следующее, к чему я приду, это самое важное. Это самое-самое-самое, что я вот просто хотела. Итак, это огромная коробка. Что-то похожее, ну, может, чуть поменьше форматом. Я буду искать уже для фанатов кей-попа, для своего конкурса. Как вы видите, здесь с двух сторон указан... Не фокусируется. Короче, это я отдельно покажу. В данном боксе здесь написано B2S, Body Art, фото участников. И здесь же, кстати, есть фото тренеров, которые в основном... были в экране, где-то на фоне уже были сами ребята. Хотя я надеялась увидеть оголенные торсы. Так, дети, которым 5-6 лет, пожалуйста, не смотрите, не слушайте меня. Дальше. Открываю эту коробку. Первое, что попадается, это артбук. Артбук, в котором фото участников. И также там есть их автографы. Сейчас более подробно вы уже сможете посмотреть на него. Сам артбук, если видно, здесь как раз все участники, опять B2S, body фото всех участников. Each body has its art. Как раз нарисованы все 5, скажем так, занятий. То же самое. Это первый урок самый. Как видите, опять же, все, ну, часть участников, главный тренер девушка. Артбук я прям целиком не буду показывать. Мистери, это как раз опять тоже. У них прикольные эти подушечки, мне понравились, я тоже такую себе хотела бы. Но важно, это автографы и вот пожелания как раз участников. Я говорю, я не умею читать по-корейски, поэтому грусть, печаль, тоска. И опять же, здесь фото участников, их автографы, это очень круто, мне это очень понравилось. Надеюсь, вам тоже такие штуки нравятся. И нет, вот как раз обложка. Точно такая же фотография на самом диске. Артбук очень тугой, поэтому тяжело открывать, приходится помогать себе руками. Вот. Надеюсь, вам понравились такие штуки. Если у вас есть тоже такие артбуки, фоткайте, мне очень будет интересно посмотреть на них. После артбука далее меня удивили еще больше. Здесь карточки. Здесь, естественно, их 6 штук, по-моему, даже 7. Это карточки... со всеми участниками и, ну, допустим, вот общая фотокарточка. И далее идут фотокарточки уже отдельно каждого участника. При этом, обратите внимание, не с автографами. Жаль, я не понимаю иногда корейский, потому что в артбуке они писали корейские пожелания, ну, там на корейском что-то, и я не могу это прочитать. Соответственно, надо здесь, типа, там, упорно работать, отличного вам тела и всякое такое. Ну да, мне не помешало. Далее, здесь те же фотографии, как бы, по-моему, то, что и... А, нет, ну, похоже что-то, что и здесь. Как вы понимаете, здесь все фото каждого участника. Я прям вообще... Самая большая моя радость — это то, что там есть автографы, потому что я очень сильно хотела именно это. И последняя фоточка. Здесь, конечно, лица, вам плохо лицо видно. Но сам факт, сзади там ничего такого, body art, пустые, но просто сам факт того, что у меня есть наконец что-то с автографами, жаль, конечно, то, что там, ну, нереальный, но все-таки это уже плюс, это уже счастье для меня. И фото участников, опять же, с их автографами. Мне очень понравилось, потому что, блин, так классно иметь что-то с твоим кумиром, скажем так. И последнее, что было в этой коробке, конечно же, диск. И самое важное, фото всех участников, я вам показывала сейчас в артбуке, вот, я смотрю его на PlayStation, поэтому я постараюсь вам, конечно, вставить пару кусочков, вот. Сам диск, здесь фото участников, я постараюсь все-таки включить сюда видео, немножко отрывочек, надеюсь, меня не забанят за это. Там как раз начало начинается именно тоже вот с ребят, именно с такой же фотки. Вот. В принципе, больше в этой коробочке ничего такого не было.
empty face one. With the inhale, start rolling up towards your hands and open your chest wide. When you exhale, push yourself back towards the heels. Again, you open with the inhale, the front part of the body. With the exhale. Energy phase 5. Inhale, roll up. Bring your knees in. Place the hands behind your hips. Lift the right leg. Cross the right foot below your left knee and turn towards the right. Но, как вы понимаете, для фанаты кей-попа, как бы вот эти мелкие сувениры, которые я получила, они играют огромную просто роль. Я надеюсь, что моя коллекция пополнится после того, как я съезжу в Корею сама, после того, как я съезжу в Таиланд и найду что-то для вас и для себя, потому что я очень хочу найти именно диски, тоже с такими же небольшими артбуками, то бишь с автографами ваших певцов любимых. Вот, единственное, я еще не знаю, конечно, кого я. Я, наверное, возьму какую-нибудь девчачью группу, а одну мальчишескую, потому что не уверена, что все прям только тащатся от парней. Ну, конечно. Конечно, всем нравятся парни. Итак, если у вас есть что-то уже похожее, можете сделать фото. Также добавиться ко мне в контакт. В контакт можно добавляться, просто я не прям всем отвечаю ВКонтакте. Вы можете добавиться ко мне в Инстаграм и сделать, допустим, фото своего артбука либо своего диска, который у вас есть сейчас на данный момент, с хэштегом. Ой, какой хэштег бы сделать, а? Давайте хэштег Сюджинафан, допустим, ну я напишу пример. И вы можете отметить меня на этой фотке, соответственно, я посмотрю на вашу фотографию, что у вас там есть. Может быть, я вам даже позавидую, но, скорее всего, потому что некоторых фанатов они заказывают огромное количество дисков. Строители. Огромное количество дисков, плакатов, артбуков. Я пока, к сожалению, ну, не особо так прям доверяю этим компаниям. Я не очень люблю заказывать с онлайна, не люблю заказывать с групп ВКонтакте, потому что многие просто покупают, допустим, на Алиэкспресс и просят продать. Короче, слишком муторно. Я предпочитаю, сама увидела, сама пощупала, сама купила. Вот так. И без всяких наценок. Так еще комиссию вернут. Ладно, не буду об этом. Если вам понравилось данное видео, ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии, делайте репосты, потому что скоро будет конкурс, и вам обязательно надо быть моим подписчиком и сделать репост. Ха-ха, какая коварная. Ладно, это уже после. Надеюсь, вам понравились мои, скажем так, подарочки, которые мне привезли. Делитесь вашими фотами, буду ждать вас, подписчики в Инстаграме. К сожалению, я пыталась сделать свой профиль открытым, но не получается, потому что версия новая, и данных кнопок, которые указаны во всяких инструкциях, их нету. Я ничего не могу с этим поделать, поэтому, к сожалению, у меня про мне, я всех добавлю, я никого нет. Если, конечно, вы не спамщик какой-нибудь там, здоровая пища, косметика и бла-бла-бла. Потому что, ну, как бы, я на это не подписываюсь. Итак. Спасибо вам за внимание, всех люблю, всех целую, как всегда, ваша Настя. Всем пока!